На телеканале «Беларусь 4» Гомель, новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. Сборная Беларуси по мини-футболу начала подготовку к матчам отбора на чемпионат Европы 2022 года против команды Казахстана. 2 марта соперники сыграют в Нур-Султане, 8 в Минске. На учебно-тренировочный сбор вызваны игроки гомельских команд. БЧ делегировала в сборную Максима Евдокимова и Павла Книгу. В ВРЗ в нацкоманде представят 3 игрока – Дмитрий Лось, Владислав Селюк и Евгений Чернейко. Сборная Гомельской области выиграла общий зачет юниорского первенства Беларуси по вольной борьбе среди юношей. Борцы из нашего региона завоевали 8 наград. Победителями в своих весовых категориях стали Иван Громыко, Алексей Пархоменко и Анатолий Громыко. Также завоевано серебро и 4 бронзы. Девушки в итоговом протоколе расположились на 3-м месте. Победительницей первенства в личных состязаниях стала Арина Мартынова. Кроме того, гомельские спортсменки выиграли 1 серебряную и 3 бронзовые награды. В Полоцке состоялись республиканские олимпийские дни молодежи по дзюдо. Состязались юноши и девушки 2005-2006 годов рождения. Представители Гомельской области наград высшего достоинства не завоевали. Лишь в финалах уступили своим соперникам Константин Высоцкий, Станислав Барсуков и Никита Василенко. У них, соответственно, серебро. Также в активе гомельчан 6 бронзовых наград. В Гомеле стартовал 25-й международный молодежный турнир по боксу, посвященный памяти абсолютного чемпиона СССР, мастера спорта международного класса Алексея Юкова. Турнир, напомню, включен в календарь Европейской конфедерации бокса. Поединки проходят на ринге зала бокса областного центра Олимпийского резерва единоборств. Несмотря на пандемию, в нынешнем году на мемориале Юкова вновь внушительное географическое представительство – 7 стран. Кроме белорусов, награды оспаривают боксеры из Испании, России, Казахстана, Молдовы, Киргизии и Узбекистана. Всего около 100 спортсменов. Большинство дружин приехали в сильнейших составах, в том числе и хозяева ринга. Турнир проходит на уровне, скажу, высоком. Особенно очень сильные страны, эти азиатские страны. И они сюда приехали для чего? Что в апреле месяце будет состояться чемпионат мира в Польше. Вот. И все страны сейчас, кто смог приехать, естественно, ведут подготовку к этому событию. В том числе и наши боксеры. Победители турнира памяти Алексея Юкова станут известны 26 февраля. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь 4».